что же, друзья, всем привет. Мы с вами начинаем. Сейчас загружу. Вот. Проходить игру Mark Yekas Getting Up. Уровень. Сейчас сделаю звук потише. Так. Надо наушники тогда одеть. Думаю, этого хватит. Сейчас проверим. Привет, друзья. Вторая у нас сегодня часть прохождения. Так, что я первым делом, кстати, хочу сделать. Это все же. Так, поднастроим сейчас звучарку. Это на... Можно, короче, всякие эти открывать. Ой! Такс. Выбор задания. Сейчас метро будет, наверное. Protection the future. Защитите ваше будущее. За компот сел, да, Сань? Ага. За компот сел? За какой компот? Персональный. У меня такого нету. А если и был бы? Ну как, ПК, это персональный компот. Сам ты компот. Называй свои вещи своими именами. Я хлебушек, а не компот. Хлебушек. Я кексик, ты знаешь. Ну а ты знаешь, что я. Саша Зеро. А ты компот, да компот я. От компотинки, да, я бы не отказался. Но компот. Загрузка, чё долгая загрузка. Дом, родной для райдера. Тёмное и опасное место. Так, бомжи какие-то стоят. Пукан дымится у них. Среди них нету Димы. Ура. Нет. Вдруг они там ошиваются, а то они куда-то пропали. Я хотел бомжа ещё побить, а я сегодня, короче, затроллил одного, не знаю, то ли школьник, то ли игрок простой. Короче, я его затроллил, он обиделся, короче говоря. И удалил игру. И, короче говоря, напишет мне, все, надоело, не буду с тобой общаться. Начал, знаешь, странно как-то выражать свои эмоции. Я не понимал, а при чем тут я? Я ему начал, ну, бомбить на него, тыры-тыры. Тем более незнакомый человек, мне вообще его не знаю. О, все, я выхожу с игры. Воу, прикольно тут. Когда сидишь, он капюшончик одевает. Бам! Это сразу же ассасин вспомнился второй. Черт, сколько тебе нужно ключей и молотков? Так, и куда идти? Сюда, что ли? А. Ты всегда найдешь на свою жопу геморрой. Интуиция подсказала путевые места. Моя плохая. Ведешь себя как скотина, сдохнешь как скотина. Да, это... Осторожнее! Вот так вот ему. Не здесь.
как это? Говно должно кричать громче. Да? Наверное. Кто ж тебя знает? Что это там? Какой-то, Сань, подъеб не засчитан, да? Ну вот. У нас просто вторая часть продолжения. Тут Александр Александрович, Александр сидит. Он понял, что я иду ближе. Мы дальше продолжаем бубанить и начинаем веселиться. Другого подъебываем всегда. Не, не всегда. А я рисую граффити себе. Постоянно. Он пытается подъебать, а я рисую граффити просто. Ой. Здесь подъеб не защитный. Ладно, ты яйца не забудь нарисовать. Ну, граффити когда такой будет. Да, спонсор. Видео. Волосатые куконьки. Да, Саня, мы за волосатость. Так, что у нас тут? Тоже нарисовать можно? А, 8 стикеров надо нанести. Прям как ВКонтакте стикеры. Окей, без проблем. Ты выиграл фристайл блиц. Вау. Я не знаю. Теперь нам вот туда вот надо как-то попасть. А я думал вот таким боком. Таким вот Дедом Макаром. Нет, что ли? Странно. Такая музыка унылая, надо сменить ее. Сейчас настройки. Странно, я думал, здесь музыку мне. Мы с тобой покурим. Где, блять? Забей, блять. Это настройка мне нужна. Брось. Ну какой брось? Настройки нету, блять. Продал, где нас? Ну что, сюда надо зайти. Зачем-то эта труба нужна. Нет, сюда мы пришли. Это раньше игра была такая вот, блять, там, сука, такие загадки были. Как я его возненавидел, а? Ох, как я его возненавидел. Заодно и лишь существование я ее ненавидел. Так, Саня, поменьше комментарий. Побольше попаню. Не, нахер. Я не собираюсь, я вообще не понимаю. Может быть вот сюда вот надо перепрыгнуть? Ну да. Ну, граффити-то будет не дорисовано. Сейчас посмотрим, что тут. Нихера себе, тут чувак люк взял. Ох, ебать, один с люком, другой с этим.
шансов. Забомби все плакаты. Если найду их, конечно. Ну вот. Моя плохая. Моя плохая. Узла бы тут повеселее, конечно. Какое-то оно тут скучное. Не здесь. Подожди секунду. Че? Ну ты понимаешь, что я... Хорошо, спасибо, конечно, но я тебе сказал. Спасибо за вот. Но я сейчас занят. Захочу, сам сделаю. Ты там, Санчо, уснул? Нет. Все. Зарисовали. Да, музыку бы здесь, конечно, повеселее. Я это что-то не понял, неужели она только в главном меню есть? Блять, а? Не пизди. Вот нихуя, попизжу сейчас. Попизди мне тут. Попизжу, попизжу. Я это не пойму просто. О! Фак! Я чё, сдох? Конец игры, да? Вот это фейл сейчас был. То есть заново пересовывать, что ли, надо все? В угле. Да. Надо было сразу. Чувак, ты куда пришел? Правильно. Улепетай отсюда. Тут правитель просто. Что мог предположить такой финал? Если он еще и рисовал логотип игрового черка, это было вообще замечательно. Потому что, кстати, если хотите с дизайном черка помочь. Ну я скажу, знаешь, что Black Desert сделали? А?
Двойной опыт на, короче, с 12 часов сегодняшнего дня до 23:30 с чем-то. Вау. Самый прикол, этот двойной опыт, иконочка есть у нас, инвент, опыт. Но в данный момент этот инвент, опыт, не работает. Это просто разработчики решили то, что, вы хотите чуть-чуть поиграть? Вот вам иконочка, играйте. Вы будете больше играть, больше получать опыта. Я когда больше играю, я естественно больше опыта получаю. Это логично. Они сделали так. Ну да, ну когда играешь, а ты как хотел, я чуть не понял. Ну, обычно есть прем. Есть боевой прем. Там дается, короче говоря, сейчас, зачарованный том войны. Он работает в одном случае, если ты его включил только один, и все. Кроме него ничего не надо запускать. Если ты что-то запустил другое, у тебя боевой опыт, запечатанный том войны, точнее, не будет работать. Я отправлял разработчикам, что это и как это объяснить, когда я включал еще боевой свиток боевого опыта, он просто гасил зачарованный том войны. И это так получалось, что на самом деле это обидно. Пусть на одну вторую хотя бы я получал чуть больше опыта. Они сделали как? Ты получаешь, если включаешь свиток БО, свиток БО опыта, то запечатанный том больше не работал, а работал только твой свиток БО опыта. Это настолько обидно, то что ты думаешь, на самом деле я подумал, то что мне наебали. Зачарованный том войны, он стоит, если донать, 570 рублей. А если покупать на аукционе, он стоит, в пределах где-то минимальная цена, по-моему, 5 миллионов серебра. Максимальная 6,884,876 серебра. Это по финансам очень сильно долго. Вот именно поэтому нужно играть в Маркьяка Скеттинга. Никакие донатные игрушки. Не знаю, вот на самом деле почему-то считается, то, что те, кто играет в Black Desert, игра на самом деле модная, но это ОБТ. Это ОБТ. Не знаю, я слышал немного другие отзывы, они не совсем хорошие. Тут это окей. Да, графика охерительная. Просто, офигенно. Физика, конечно, не работает, но какая физика, то понимаю. Вау, меня какие-то бомжи тут побить захотели, гады. Это не бомжи, это это работники вот этой херни. Они еще током бьются, то есть это посложнее будет. Таких гонорей завалить, это... Жесть. Чувак горит. Поиграть. Я сегодня даже в танки играл. World Tank. Seven Days to Die. Ты не поверишь, я в Терре поиграл. Короче, по 2 часа и того поиграл. Я даже сегодня заходил в Эрка. Ты представляешь, сколько я уже сделал за сегодня, пока что ты спал. Я 4 часа всего лишь поспал, и все. А мы отправляемся дальше.
Так, спецприем. Сильный удар, белый майк. Новый прием какой-то разблочил. Саботаж. Нет, не хочу я настраивать. Поспал, мне что-то плохо стало. Голова разболелась, я встал от головной боли. Ох, здесь, блядь. Выпил две таблеточки анальгина. Пошел, короче, в магазин. Анальгинщик. С такой жопой сейчас мне твориться будет. Пошел в магазин, укололся. Сразу отвечаю, почему я укололся, потому что я в данный момент диабет, это сами знаете что, не буду объяснять. Так. Это было жестко. Короче, я сегодня, короче, Сань, плохо себя чувствовал. Да я понял. Я сварил себе кашку молочную. Кашку? Машку, блин. Кашку сварил, и мне тут же, как я сварил кашку, покушал, мне легче стало. Легче стало. Хорошо выглядишь. Дуракам закон не писан. А вот скоро Новый год, Саня. Я вот не знаю, куда я на Новый год могу поехать. Приложи какую-нибудь точку мира. Ну, естественно, не Америка. Чтобы там английского не было, да? Да. Даже не знаю. Я негативно отношусь к американцам. Ну, как негативно. Точнее, к ихнему языку негативно отношусь, а не к американцам. Вот так. Они расстроились. Да они не расстроились. Я просто, если так говорить, то я просто ихнего языка не знаю. Я пытался учиться, но у меня ничего не получалось, не выходило. Блять, опять этот бомж приехал. Я знаю немецкий язык. Я думаю, мне другие языки как-то будет проще учить, а не английский. Я от английского категорически отказ. Блять! Я понимаю это. Знаешь, в чем сложность игры, Сань? Не надо мне говорить, сейчас объясняю, что в чем сложность. Там... Нет, то я тебе... Давай не будешь, я не хочу кричать. Там такая... Короче, фишка в том, что если тебя, например, там поезд задавил сейчас, или мужик какой-нибудь, ну, отхерачил, грубо говоря, в общем, ты заново начинаешь играть эту миссию. Точнее, до чекпоинта. Вот здесь, например, он там, где он их скрыт, это вот точка сохранения. Чекпоинт. Здесь есть чекпоинты, но они... Скорее всего, от этого зависит. Да. Попробую взять миссию, сохраниться и умереть. Да здесь нет, здесь само сохраняется. Когда проходишь определенную часть. В настройках полазь должно быть ручное сохранение. Должно быть по-любому. Нет. В каждой игре это есть. Это хардовая игрушка, я же тебе говорю. Да какая хрен разница? Нету там такого. Блин, и то это еще уровень сложности. Ну, все. Ты тогда вообще получаешь того. Ты сейчас сам себя сохранил. Чем? Тем, что сохранения нет нормально. Игрушка прикольная. Вообще-то раньше хардовые игрушки были. Я даже помню в Хитмане, по-моему, первом. Там была уровень сложности, где максимум у тебя было 5 сохранений. Нет, на максимальном там, по-моему, вообще нет. Ну, для этого есть чит активейзер. Ну да, чит активейзер. Ты знаешь, я люблю баловаться читами. Я знаю, в кого ты там. После кого ты так там? После кого? После Артура. Нет, вообще-то, я и раньше занимался читами. Я... Ни слова. Я вот сначала как это делал? Я сначала проходил на минимальный, без чита, без ничего. Игру, без разницы, даже мафию там или сталкер банальный. Проходишь на минимальный, потом ставишь на сложный, проходишь его. А потом ты уже просто, ну, знаешь, прикалываешься. Я помню, у меня была... Ты на мобабе просто. Ты идешь, скачиваешь мод на кулаки, ставишь его, потом ходишь с одного раза кулаков. Это на какую игру ты говоришь? А, в мафии? Ага. В какую мафию? Вторую? Вторую, естественно. Я, говорит, на максимальном уровне старости. Я мафию вообще без читов проходил. Я вообще там на мафию, я проходил 3 раза, 2 раза, 1 раз на минимальном, без чита.
второй раз на максимальный весь чита, третий раз я уже на максимальный с читами. И плюс дополнение там еще какое-то было, я вот это проходил. Я фрирайд себе качал. Там еще что-то мужичок похож на Хитмана, походу. А, это есть... этот, Джимми как-то там, Вендетта, по-моему. Да-да-да, вот, это дополнение, вот, третий раз я вот это сочетаю. Джимми не сам, мне Джоут понравился, я его весь прошел. Хорошая игрушка, не знаю, что многие обсирают. Такое ощущение, что каждая игра должна быть похожа на первую часть, но это бред. Абсурд, ребята. Интересно же будет самим играть. Александр, я вчера еще, оказывается, знаешь, что объявил? Помнишь, я тебе говорил, что я буфер собрал? Что собрал? Буфер. Буфер? Буфер! Ну? Ну, я тебе скажу то, что я его порвал. Ага. Оказалось, то, что он слабенький для этого усилителя. Ну, усилитель настолько мощный, то, что он его порвал. Хм. Благо, это не мой выбит динамик. Это так, был экспериментальная версия. Бета-версия. Осталось еще 4. Я... Как денежку получу, я думаю заказать на сетилинки динамичек. Если хочу звуковушку внешнюю. 670 ватт. Она очень дешевая, но микрофону тоже очень хорошо. Все, ты выиграл фристайл блиц. И прикол вот то, что я вчера немножко смотрел. Что это прикол? Оказалось первая серия и последняя серия. Последняя? Да. То есть последние серии, которые я вчера смотрел, они просто были в натуре последние. Я поискал второй сезон, первую серию, uh-huh. хотя бы просто мангу. Нету, вообще нету. Думаю, ой, ну и это я очень читаю, блин. Нету. Я думаю, нам сюда вот прыгни не так и все. Александр, в вашей той игре есть это? Подожди. Кто? Оператив. Нет. Нет. Ну и сюда нет. Не, я не знаю, зачем он здесь нужен был бы. Он здесь просто не нужен. Хотя, с другой стороны, граффити, если вместе рисовать, что ли. Только если для этого. У нас на akgames.ru какие там серваки есть? В смысле, ты про что? Ты про Region of Kings, что ли? А? Акгамос. Там у него же не один сервер. АРК сервис. ВРК тоже держит, да. Я видел, что у него РК. Рок закрыл сервак. В смысле? Закрыл, нету его. Почему? Нету, я вот открыл серваки. Тут только два сервера. Note Steam и ARK сервисы Volvo. Не знаю, я вчера ком-то читал, он писал, что игру когда обновим. Потому, игра, и, кстати, игра уже вышла вся, USB это вынесли. О, ARK мод. Ты видел то, что на ARK мод ставится? Моды? Ага. Да, я тебе говорил уже. Там какой-то мод, короче, получается, какой Rex или какой-то, блин, робот. Куда идти надо? Я заблудился. Я еще тут не закончил. А. Подключение akgames.ru 7777. Это через Steam. Слышишь, что говорю? Этот Region of Kings-то вышел? Нет. Я имею в виду, что он вышел, да, в релиз, все. Это уже не альфа-версия, не бета. Да, он вышел. Да, я думал, кстати, что будут дольше делать. Ну, видишь как. Решили выпустить все уже. Что-то быстро они сделали. Да, я тоже удивлен.
Ну, мне кажется, еще несколько обновлений будут еще кидать дополнительно. Потому что что-то слишком мало там все равно всего. Да, там очень мало. И очень много недоработок. Да. На самом деле там много ошибок, много багов. И лошади нету. Да. Куда без лошади? Особенно, когда я играл, и нас, Андрей и админ, вытаскивал двоих нас, меня и Женю, вытаскивал из камня, которым мы провалились в камень. Мы стояли на камне, стояли, раз, и мы в него провалились. Решили укоротить путь. Укоротили. Чего там рисуешь, брат? Трейн! Ладно, пишу Куб-2. О, Куб-2! Нарисуешь мне что-нибудь, скетч будет. Пойми, друг, не важно, насколько твой стиль уникален, если его никто не увидит. Чем больше точек забомбишь, тем лучше. Это намек. Что? Этот чувак сказал, чем больше точек забомбишь, тем лучше. В смысле точек забомбишь? Ну тут так вот. Сейчас, подожди. Зарисовать. Здесь это называется забомбить. У нас, когда мы бомбим, это уже понятно, что мы делаем. Ну, это мне в скетчбуке новый граффити дал. Походу мы его можем выбрать и рисовать теперь. Только вот его еще можно предварить, наверное, там вот. Да, видели, где там вот скетчбук настраивается вот туда. Видели. Этот поезд едет, но я думаю, что нас не задавит. Нет, я плохо думаю. Это возвращение нашего блудного друга. Строителя. Что? Да тут строитель, блин, вернулся. А я тут подымим. Докончай дымить уже. А потом мне напишут в YouTube видео монетизируется только про... Ну ты понял меня. Что? Я говорю, потом мне YouTube скажет, авторские права. Авторские права? Ага. Я бы не сказал, я тебе могу скинуть это, аудиозапись. Который, где дабстеп, я смонтирую. Ну, короче, на этом. На планшете просто скачал приложение и пробовал, короче, дабстеп сделать. Ну, короче, не знаю, получится, не получится. Нет, это не то. Музыку хочешь заняться? Да, это я еще 14 лет пытался заниматься. Я с Fail Studio пробовал тоже писать. Не, просто... Значит, ну, пока не дописал. Было интересно мне, как это все. Я даже хотел купить студийную аппаратуру, чтобы делать дабстеп. И я посмотрел, короче, цена 11-12 была в то время. Сейчас я в данный момент даже не знаю, сколько сейчас она будет стоить. Около 25, наверное. Тогда сколько было? 11 с чем-то. Ну, хз. Я тоже не знаю. Блин, ну когда же кошечка из сал... Блин. Сал. Саная кошечка твоя. Ага. Граффити подтекло. Мне просто понравилось, но серьезно понравилось это аниме. Интересно, прикольно, можно посмотреть один раунд. Один раунд. Больше не надо. Ну, повторно смотреть я не вижу смысла. Не травмируй свою психику, не надо смотреть. Да, если я смотрю
Всем большим бойцам здесь обновление. Нам главное не сдохнуть, потому что в этой игре одно правило. Только не сдохни. Обновление 9.13 World Tanks. По-моему, мне это и есть. Все, задание выполнено. Моды для версии D. Так, что дальше делать надо? Вон мужик стоит, наверное, нам к нему надо подойти. Да пока ты мужик, маляш, ключи, тихо прям. Ну, походу. В конце концов, может, ты прирожденный мастер. Может быть, ты прирожденный мастер. Нет. Что? Вот куда идти дальше, я честно говоря, не знаю. Да. Вот как-то вот туда вот нужно забраться. И честно говоря, я даже, наверное, как-то вот сюда сначала надо залезть. А вот после нужно еще куда-то залезть, видимо. А я даже вижу куда. Вон туда. Вот так вот. Вот так вот. Хуякс! Прилетели. А то давно ты не слышал, как я долблю по кнопке Е. Ага. Чувак ходит с ключом каким-то. World Tanks погнал. Диверсант выходит на охоту. Александр. Тихо. Теперь ты уже не такой крутой, а? Больно, наверное. Ох, черт, ты че? Я из-за твоего, блядь, этого провалился головой в текстуры. На тебе. Живи. Наглый. Пиздец. Бам-бам. Это у нас айпадик заработал с музыкой. Видите, чувак пришел, подумал и ушел. Это я понимаю правильный подход. Дайте маленькую нарисую граффити. Не хочу рисовать большие граффити. Сегодня у меня чуть нет настроек. Рисовать огромные граффити. В танки, что ли, пошел играть, Сань? Да, меня пытаются пробить. О май гад. Один раз пробили из четырех раз. А, это есть то. Mm-hmm.
На, зажи. Так, я вот это вот вижу, баллончик у нас тут лежит. Такс. Что-то мы не дорисовали. А вот чего я... Я, честно говоря, даже ума не приложу чего. Скорее всего, где-то вот здесь вот что-то. Да. Так оно и есть на самом деле. Больше нужно видеть большие графики, просто очки даются. Воу! Спасти мальчишку от вандалов. Сейчас спасу, а где они? Так, где-то здесь у нас он, где-то здесь его бьют, вон там он, по-моему. Так, поэтому мы сейчас перепрыгнем через вагон метро. Еще один вагон метро. И прямо давай здесь сверху. Оверкон, бля. Что-то игра как подвисанула. Эх. Вау. Капитошка меня разбил. Брим-брим бам бам бам. Mm. Суча! Сейчас я вот это вот. У нас просто там от айпэдик песенка, по-моему, где-то. Да, вот она. Сейчас я песенку возьму. Все равно не доступно. Танцы, танцы, отстали от жизни. Барабан, барабан, барабан. Ты, блядь. Ты слышишь эту песню? Я все слышу. Ну, у меня есть уши, у меня есть наушники. Я просто испытывал нового боевого опыта. Вы смотрите. Меня убили. Спасите мальчишку, нихера себе мальчишка, блин. Нет, Тюк, я работаю один. Скажи лучше, ты видел парнишку, который в последнее время тусуется с гейбом? Знаешь, что я хочу? Я хочу... С кем с гейбом тусуется? Ахаха, халфай делай тебе. Я в баню хочу. Где гейб тусуется? Я хочу спать в горячую джакузи. Я им просто... Закрыть. Не ту. Весь смысл рекламы. Сдох и после смерти только обосрался. Вот это вообще самое эпичное. Нет, ты вздыхаешь и обсираешь одновременно. А вот мне бы сейчас бы... Вы чё хотите сказать? Не, подожди, вы чё хотите сказать? Слушай, это вообще уже хард.
То есть нужно. Охереть! Саня, у тебя снег есть? Охереть! Есть, да, очень много. А у нас очень мало. Короче, фишка в том, что здесь сейчас нужно будет просто ехать. А я думал рисовать еще граффити. Хорошо, что граффити рисовать не надо. В общем, нужно на поезде нам просто ехать. Спокойненько. Прям так спокойненько. Куда деваться? За зомби три точки. Да я не хочу ничего зомбить, нахрен мне это не надо. Давайте попробуем с другой стороны. Мы же играть пришли не просто так, чтобы на поезде кататься. Ты себя просто на поезде катался, да-да-да. Вот одну граффити уже забомбили. Ох, черт. Мне кажется, нам лучше подобных вещей больше не делать. Камера здесь какая-то неудобная. Неудобная камера. Сейчас начнется, блядь. Деревня, блядь, утро. Это уже сложнее надо было с самого начала, когда бы нам не было так. Я рискну, конечно, спрыгну. Ха. Вау. Ну все, мы вроде как выпали. А, задание провальное, то есть нужно в любом случае разрисовать поезд. Черт. Так. Значит, сейчас мы наверх. Сейчас мы вниз.